Первая игра на натуральном поле. Тоже сказалось это на качестве игры. Тем более поле не очень хорошего качества. Но несмотря на это, начали неплохо. 11 до забитого мяча. В принципе, игра устраивала. После забитого мяча, я считаю, что опять пропустили ранний мяч. Игра пошла не по нашему сценарию. И, к сожалению, несколько футболистов выпало. Особенно в середине поля. Ну и затем опять очередная нелепая ошибка на последних минутах таймов. В принципе, боремся с этой болезнью, но, к сожалению, пока с трудом. Что касается вообще результата матча, какой-то дежавю. В том году по схожему сценарию практически была игра. К сожалению, при счете 2-1 не смогли дожать соперника и получили мяч в свои ворота. Оправданий мало, будем разбираться, анализировать. И в следующей игре обещаем выйти более настроенными и выиграть эту игру. Дальнейшие планы ближайшие по подготовке и проведению следующего календарного матча? Предварительно есть договоренность, что будем принимать на стадионе «Чайка» на натуральном поле. А тренировочный процесс, скорее всего, начнется на стадионе «Локомотив». Ну, возможно, еще и варианты со «Стрелой». Игра точно будет на «Чайке». Начало известно? 16:00, 12 числа.